У меня уже пришли Оксана, Катя и Маша уже пришли. Но Маша сказала, не хочет сниматься. Одежду они еще, что я посылку распаковывали, они еще не трогали, но мерить будет, да, Катя? Но сейчас мы не это заснимем. Мы за... Да, и Ваня тут кушает вкусную пироженку. Ваня, вкусная? Ой, какая вкусная. Такой. Но мы хотим посмотреть кульки. Вот этот вот Машин, а там Оксане. Подожди, давай сначала Машин. Отодвигай свой кулечек. Давай посмотрим, что Маше дали. Сегодня у Маши елка была. Маша, смотри, что тебе тут дали. Киндера нету, это точно. У тебя оценки уже поставили там? В дневнике. Нет еще? Да. Положи. Я не знаю, какие тут. Ну, вкусные видно, что конфетки. Какая маленькая. Ну. Не, многие мы не пробовали здесь еще, да? Это мы пробовали. Да. Вон, смотри, Егор, такую мы не пробовали. Ура, пятница тоже не пробовали. Не поби, не поби. Нет, вот эту пробовали. Когда? Да? Ваня, тихо, подожди. Ну, такая. Ну, кульки в целом мне нравятся, ребят. Кульки геометрика. Хорошие. Где геометрика? Вон. А. Геометрика. Это на... Кто школьник у нас? Геометрия. Я школьник. Ваня, тихо. Мама, я такие ну. Все. Нате, слаживайте пакетик. Зачем? Да, мы просто проверяем, у кого какой кулек. На, Катя, слаживайте. Подожди, давай сначала посмотрим, у кого какой кулек. Помогай, помогай, Маша. Оксана, разворачивай пока свой. Ваня тоже помогает и собирать кулек. Маша пришла. Маша, поздоровайся. Шарик ты зачем взяла? Это мне надо, я буду делать кое-что на Новый год для вас. Так, Оксана, давай, Ваня, подожди. Ваня, помогай, 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 помогай. Вот так вот. Тихо-тихо-тихо, подождите, дайте я посмотрю, что тут такое. А где ты говорила, какая матрешка? Тут мармеладка, манго есть. Нету вишнику и матрешки. А, матрешка. Ваня, подожди. Шоколадка молочная, да. Никогда такого не видел. А, романтик. Вот. Обыкновенное чудо, да, вот такую вот мы ни разу не пробовали. Так, подождите. Вкусный ой, Левушка, вообще классная Левушка. Так, курьез, шоколадки, да. Ну, Оксана тоже очень хороший кулек. Теперь можете вот этот вываливать и здесь по одной... По две получается брать, кроме шоколадок. Шоколадки потом. Хорошо. Оксана, покажи, какие ты взяла себе. Такие две, да? Ой, Ваня, какие взял. Ну. Дайте вот это вот. Вкусное будет. Не, это не вкусное. Джаз, чаем попить джаз. Ну, такие это... взял, да? Егорка такие взял. А что ты, Маша хотела сникерс брать ведь? Какой сникерс? Но нету не сникерса. А, нет. Сникерса ну, нету. Ты такие, да, взяла? Ну, все. Нате, слаживайте обратно в кулечек. Мама. Да, 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 мам. Да, да. Ау. Это не сникерс. Ну. Это сафари. Хорошо, сафари. Это... Мама, я выглядела. Хорошо, ну. Слаживайте обратно все, и сейчас будете мерить одежду, вот, которую там прислали. Это не надо, Ваня. Ты себе, Ваня, взял конфетки две? Две надо, две. Две, хорошо, взял. И сейчас... Так ты себе возьми. Забирай себе какие-то конфетки. Какие ты будешь конфетки кушать? И Ваня же, уже тут улегся. Молоса, две возьми себе, две. Две. Ваня думает еще. Фу, да. Ваня начал выбираться в конфетах, он говорит, фу. Ну все, сядь сюда и сиди. Давайте, складывайте конфетки. Да, это же Ваня, поэтому я нисколько не удивляюсь. Он сегодня уже столько съел конфет, что... Так, теперь отодвигаем кулек. Девочки, вот там вот доставайте обувь. Ваня, подвинься.
Так, это 32-й. Оксане мерить надо. Это 34-й. Маше мерить надо. Это Кате мерить надо. Ага, они маленькие будут. 35-й это. Там аккуратно внутри бумажки. Оксана, сначала конфету убери. Потом съешь конфету. Распаковывай ботиночки. Расстегивать. Вот липучки сбоку. Смотри, липучки. Полностью вот так вот липучки. Ваня, сядь, пожалуйста. Делается вот так вот. Там бумажка убрана. Одевай. Так, хорошо тебе они? Да. Будешь в школу ходить в них? Огромное. Да, тебе еще вот эту кофту мерить красную. Тебе мерить ее. Да. Че, Оксана? Как раз она тебе? Где твои пальчики? Помери ее. Может, она тебе будет хорошо, кофта эта. Там же, если что, можно рукавчики пойти. Ну, или Катя потом померит. Не, она тебе большая, Катя померяет. Так, Ваня тоже будет мерить? А, вот там вот Маша остальное доставай. Там эластики, 3 упаковочки вам пришли. А вот это вот я не знаю. Что. Маленькие? Мама, я хочу один ложку. Ну, значит, Маша. А вот это вот я не знаю, что это такое. Так, потом решим. У вас? Так, пока мы их не открываем, наверное. Ты что, грязная? Ты что, вся в шоколаде? Это ластики. Дальше доставай там, а Маш, вот там, вот там, вот там. Тут идет это папе, это маме. Ну, может, Маша, если хочешь, ты ее померить, ты такие любишь тоже носить. Потом вот это орехи, это всем вам отправили. И там еще орехокол и шарики. Это орехокол, орехи колоть. Видишь, там показано, как орехи колоть. Егор, а ты видел, тут орехокол есть? Мама, я вот эти возьму. Нет, орехокол. Мама. Орехи колоть. Ну. Мася. Вот такой вот орехокол. Сейчас будут они. Маша, ты какие будешь носить? Эти или вот Катя? Где Катины ботинки? Она вот. Хочешь, помери их? Катя, они маленькие. Ты будешь их носить? Господи, ты, боже мой. Ваня себе отобрал ботинки. Тоже хорошо? Да. Это тебе 2 пары получается. Хоть те можешь носить. Какие будешь носить? Любые, да? Скажи, по очереди буду, да, Маша, скажи, носить? Ну, вот такая вот посылочка. А, да, батарейки, Ваня, еще там. Ну, там, конечно, еще кое-что было, но на Новый год уже узнаете. Шарики, да, шарики надо было маме кое-что сделать, наверное. Я тоже походу. Да, шарики. Я вот эти. Так не все же, Маш, ты что? Вот это вот. Зачем все это брать, пластики? И сейчас зачем вообще их брать? Я вот эти хочу одинаковые. Ну, вот потом. Ладно, прибираем. Вот такой вот у нас обзор был. Посылочки для детей. Обувь они померили. Маша, вот эти вот 2 пары, получается, как раз Кате маленькие. Мы думали, вот эти будут как раз Кате, но она сказала, маленькие они. Ну, ничего, Маше больше достанется. Не надо открывать. Не надо. Конфетки, девочки, кулек. Так, Оксана... А, ты все уже померила. Ну, Оксане тоже хорошо. Будешь в школу, да, ходить? Угу. Спасибо огромное всем. Да, Оксана, скажи спасибо. Спасибо. Покажи себя. У Оксаны просто прыщики, видите, здесь и губа вот эта вот. И плюс шоколадку еще есть вся в шоколаде. Да? Ты тоже весь в шоколадке? Угу. Вкусная была конфетка? Да. Ням-ням, да? Ай, Ваня облизнулся. Мы сейчас будем топить печку, и мне надо будет еще в город ехать, а на улице так хорошо, снежок идет. Да? Ладно, дорогие друзья. Всем говорим, Ваня, скажи всем пока-пока.
Дорогие мои друзья, мы решили испытать орехокол. Вот такая вот штучка деревянной упаковочки была. И мы открыли вот такие вот грецкие орехи, которые нам прислала Оленька. Огромное ей спасибо. А где коробочка? Дай, пожалуйста, коробочку. Я же не вижу, как туда его ложить на. Тут без разницы, да, как ложить. И просто закручивать. Но все равно не до конца оно раскололось. Ну а так в целом легче намного стало. Подожди, тарелочку принеси для мусора. Вот тарелочка будет. Ванечка, на орешек. Че, Бета, дурачок? Куда ты? Ой, чудо ты мое в перышко. Ваня не ест орехи. Так, давайте еще раз попробуем. Ой, тут, наверное, вам ничего не видно было. Ложим вот так вот орех. Тут, наверное, как получится. Они очень большие орехи. И просто закручиваем. Он даже не туго идет. Оленька писала, что он будет туго идти, но он не туго идет. И все, и орех у нас раскрылся, ребята, смотрите. Слушайте, так классно. Огромное спасибо. Да, да. Я никогда такой штуки не видела. Но мне понравилось. Видите, как он? И получается так, что он разламывает орех. Маш, много-то есть нельзя, ведь орехи. Нет. Я не знаю, почему, я не помню, бабушка говорила раньше постоянно, что много их нельзя. Ну все, и ваш орех чистый. Классно. На, Маша. Все, ты там смятку превратила уже. Маша, сил много. Все, Ваня, подожди. А, Ваня хочет попробовать, да? Что, не получается, да, Ваня, у тебя? О, все, молодец. Расколотили. Все, молодцы. Спасибо огромное. Вещь нужная. Орехи колотят. Ваня, все, положи, хватит колоть орешки. Все, спасибо огромное. Тут, может, плохо еще расколола, еще раз расколоть. Вообще Егор классно чистит. Разламывает. Хочешь попробовать? Давай, на. Иди вот сюда на камеру. Или можешь выбрать орех сам, какой хочешь. Да вообще без разницы. Сюда на камеру делай. Подальше немножко. И скажи, легко, нет? Все, сильно-то не надо, легко. Видишь, уже руку. Легко, легче, да, чем ножиком. А мы всегда ножиком чистим, знаете, я, вот. Точнее, я чуть-чуть. Да, вот сюда. Ваня, подожди, положи. Вот сюда ножик втыкаем и разламываем. Всегда вот так делаем. У нас никогда такой. А вот это вот вообще супер. Спасибо большое. Ммм, как вкусно. Да? На, Оксана. На камеру. Ну, держи вот так вот. Ручками сильно. Опа, молодец, видишь, смогла. Еще, еще крути. Вот, все, все, все. Теперь назад откручивай вот так вот. И все, и твой орех почищенный. Мама. Давай, давай, маме. Все, дорогие друзья, испытания наши завершены. Ваня решил померить, да, Ваня? Ваня, как раз сапожки? Да. Пройдись туда. Ой, тихонько. Ой, Ваня, какие сапожки у Вани. Да, Ваня? Жопу свою показывает.
Ой, ты чудо мое маленькое. Ты чудо? Ваня, скажи всем привет. Привет. Без шоколадки. И в сапогах в новых. Сказал, это мои, я буду их носить. Да? Ты будешь носить их? Хорошо. Ой, тихонько. Ладно. Вот такие вот дела у нас. Ребята, я села монтировать, и знаете, что увидела? У нас снег идет. У нас идет снег. Ё-моё. Этот снег везде. Как он мне уже надоел. Пишите, какая у вас погода. Ребята, приехал Ильюша. Помните костюм, который я заказывала с Василька? Тебе самому нравится он? Да. Классный? И по качеству, да, вообще классный? Он смотри, плотный. Такой он плотный. Хороший. Поверни спиной. Вот так вот. На нем костюм сидит. Костюм хороший, это ему подарок от мамы на Новый год. Плюс у него тут еще этот, как он называется? Белье. Нательное белье, да. Но это он сам померит уже без нас. Он сказал, что на видео уже не будет мерить. Или будешь? Да, потом померим. А потом? Ну, вот так вот. Ну, так вот, воротник ты как делаешь вообще, по идее, говоришь, носить? Ну, вот так вот. Вместо маски? Сейчас масочный режим вместо маски, да? Егорка, может, тебе такой же костюм на? Не хочешь такой костюм? А так удобно, мне понравилась расцветка. Там еще был посветлее, совсем светлый. Зеленый, а полоска была темная. А фотку-то я видел, там вообще он казался, знаешь, какой не серый, а голубой. Да. Не, он классная расцветка. Ладно, вот такой костюм. Илья, поздоровайся со всеми. Привет. Так, ребята, я поехала в город. Делаю документы. И по делам накрутить. Ваня, на результат надо забрать, чтобы знать, в пятницу нам идти на прием или нет. Автобус уже приехал, стоит. Будем ждать и поеду в город.